Вообще грязь, жидковато. Фух, полез. О, что-то тут такой подломанный участок. Я теперь с каской буду. Ну, собственно, я уже на территории завода. Попробую пролезть к трубе. Хочу на нее залезть. Блин, а тут болотисто, я в кедах. А там обходить люди, короче, могут быть. Вот засада. Вообще грязь, жидковато. Не, я не пойду по кустам. Я здесь застряну. Пойду лучше людей встречать. Я утрубую. Фух, полез. Надеюсь, смартфон не выпалит. Штука в том, что завод не заброшенный, и меня могут отсюда погнать. Еще отмечу, что я первый раз на нее лезу. Очень интересно. Если со мной что-то стрясется, плохого я не хотел. Я очень люблю жизнь. Но сидеть всегда на жопе без приключений не очень. Кстати, очень качественные ручки. Как? А это довольно долго. Ребята, видимо, большинство, кто выкладывает про лазни, на высоту урезают видео, походу. Лезу тут. Или трубы у них меньше. О, что-то тут такой подломанный участок. Фух, ни хрена себе. Офигеть. Ай, она хрустит у меня под ногой. Тоже лестница здесь внутрь трубы. Офигеть! Как этажа, блин, с 16-го смотрю. Но верхушка у нее скошенная.
Вот там те горы мусора видно. Камазюки встретились. Похотел себя поснимать, чуваки. Но тут, блин, держаться надо. И, кстати, ограничитель этот сзади, он до верха, до самого не идет. Громоотвод, ржавенький такой. Трубы. Вот эти трубы здоровые внизу, они вращаются, типа как фильтруют что-то. Но не сейчас. А те крепления, что внутри трубы идут, они у основания очень сильно заржавели, что ли. Похоже, вода. Там град вся вдоль стены. Да и пар зимой идет. И они, походу, ржавеют. Да, там на видео, наверное, одна кирпичная стена, и мои перчатки мелькают. Кстати, перчатки взял. Может, кому кажется, что тупо, так нечестно. Ну, во-первых, я руки подрал на днях об забор, только бочный, пока учился на мотоцикле ездить. Надо, чтобы они зажили быстрее. Во-вторых, чуть-чуть испугался, что вдруг тут где электричество будет. О, какая необычная одна петелька. Крутяк. А, забавные ребята, без лобового стекла, но зато с тележкой. Яндекс пишет, что сегодня 29 градусов, это походу в тени. Лезу на гору мусора, прикольно.
О, какая рулетка огромная. А, только самой ленты нету внутри. Нифига себе. Ну, я давно хотел на свалке побывать. На большой. Может, это недостаточно большая, но... Но смотрите, что за бугром. Что я нашел? Строительная краска. А может забрать, как сувенирчик? Шишка, крышка, котная подмышка. Ну дела, я теперь сказкой буду, наверное. Ангар прямо, дверь, где ворота открыты. Если камера не видит, там тоже все мусором засыпано. Прям туда, куда-то к потолку гора идет мусора. Он такой опасненький здесь. Много железок торчит, колючих проволоки, кафель битый. От монтажной пены баллон, походу. Пистолетная пена написано.